Всем привет, ребят! Итак, вот такая у нас сегодня огромная коробка. Эх, приехала нам всего лишь за 3 дня, что очень круто. Хоть оно и с Алиэкспресса, ну, по-моему, склады России, если не ошибаюсь, это был Мол. Очень быстро, очень понравилось. Такого я, конечно, еще ни одного обзорщика не видел по распаковкам. Все заказывают там себе умные пылесосы. Всякое такое. А у нас это сегодня будет тупой пылесос. Потому что это обычный пылесос. Давайте это распакуем, да посмотрим, как оно все выглядит. Посмотрим его характеристики. По цене. По цене могу сказать, здесь у нас в городе, в принципе, смотрел, ну, разница в рублей может 600-700. Ну, тоже великолепно. В принципе, никуда не надо ехать. Зашел в магазин, посмотрел, заказал, привез его курьер. Все довольно хорошо. Опа, сейчас. Блин, неудобно единственное снимать. Оно просто не влазит нам на стол. Так, тут мои бумажки все. Что у нас тут? Вот, молния, получите, распишитесь, поставьте нам 5 звезд, визиточка, хорошо. Так, ну это накладные. Это нам не надо. Так, пылесос у нас от фирмы Bosch. Что у нас? По заявленной мощности он у нас, по-моему, 2100 ватт. Сухая. По-моему, сухая, да, уборка. Влажно нету. Оба. Что у нас здесь есть? Так, довольно-таки здоровая. Скальпель нам уже, наверное, не нужен. Ну, русский, по идее, вообще, мне кажется, должен быть. Где тут? Тра-та-та-та-та. Русский, да, инструкция есть. Если вдруг что, кто не знает, как этой техникой пользоваться, можно почитать. Так, что у нас? Шланга. Ай, как понимаю, у нас щетка половая ковровая 260 миллиметров. Комплект потом. Вот это, наверное, щетка у нас для мягкой мебели. Или для щелевой уборки. Как она втыкается, подождите, что-то. Ага. А, так она два в одном получается. Наверное, и не видно, да? То есть и такого формата мы воткнули, он у нас щели убирает. Так воткнули у нас мебель в пылесосе. Так, смотрим дальше. Так, и вот он наш сам пылесосик. Ну, довольно-таки небольшой. Так, и телескопическая трубка. Вроде бы все с коробки достали. Давайте соберем, посмотрим. Да, заказывал на себе, так что пылесосить я дома не буду, убираться. Ну, запустим, проверим, как что. Обычный комплект. Так. Есть такой. Так, длина шнура у нас телескопический. А где кнопка сматывания? Ага, автоматом как она. Обратка. У нас у него, по-моему, 5 метров. Так. Да-да-да, сделано в Китае. Сейчас разберемся. Вот так вот разбирается у нас. Блин, мешок, конечно. Мне больше нравится все равно как чашка. Так, а ну сейчас минуточку. Так, продолжим. По мешку. По-моему, емкость у него написана 3 литра. Ну, я, честно, не знаю, 3 литра по грязи. Ну, честно, какой-то маловатый. Так, это получается у нас... Это типа есть легкая его очистка. Высыпал. То есть, подожди, а фильтр это все, мешок и все в комплекте. То есть...
Оно все чистится. Постирать его, наверное, никак. Ну ладно. Вот так, по-моему, было, да. Также у него, по-моему, какие-то есть фильтра. Что у нас там по фильтрам есть? Угу. Моторный фильтр, по-моему, есть. И фильтр тонкой очистки. Ну, это, наверное, уже где-то то, что не достается. Но хотя вот какой-то тут еще вот фильтрик я вижу. Это, наверное, скорее всего, моторный. То есть раз в полгода, наверное, стряхнули его и хватит. Так, это у нас настройка мощности. Ну, давайте соберем его, запустим, посмотрим, вообще работает он. Так, сейчас. Все. Достанем наш шнур. Где у нас розетка? Есть такое. Это что? Это кнопка. Для чего? Не знаю. А, все это. Понял. Сворачивать, разворачивать. Так, и где у нас кнопка запуска? Вот это вот. Чего-то я не вижу. Страшно. Она получается нажимная. Вот что только не сделают. А для чего у нас этот индикатор? А, еще, по-моему, получается здесь есть у нас этот. Как он называется? Индикатор заполнения вот нашего мусорного этого мешка, грубо говоря. Так. Это щетку зря нарядил. И максимально. Ну, довольно-таки мощно. Вот такой у нас пришел агрегат. Так что, кто не любит, не доверяет этим роботам, вот, взял в руки, что захотел, убрал. Сам себе хозяин, никакие роботы не помогут. Так что так, ребят, всем спасибо за просмотр, ставим лайки. Всего доброго.